Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Краткий обзор мини-трактора Kubota Astia A195. Полноприводный трактор с фрезой в комплекте, с дугой под козырек. Пришел к нам в продажу вот в таком вот прекрасном состоянии. По шинам, как обычно, начнем. Шина передняя левая. Износ минимальный. Трещин и других замечаний по резине нет. Шина задняя левая. Состояние также отличное, без замечаний, долго будет работать. Трехточечное навесное устройство, фреза без быстросъема, но присутствует регулировка гидронаклона, естественно, плавающий режим покрышки. Фреза 135 сантиметров рабочей шириной. Состояние ножей, остаток еще приличный. По правой стороне шина задняя также с очень хорошим остатком, без рассыханий, состояние отличное. Передняя шина аналогично левой стороне, также износ небольшой и рассыханий, трещинок каких-то и других замечаний нет. Левая сторона трактора также выглядит отлично, цело, никаких проблем, вопросов нет по ней. По месту водителя здесь у нас все регулировки по навесному устройству. Два отбора мощности по левой стороне. Принудительная регулировка наклона также по левой. Основная коробка переключения передач. Блокировка заднего моста. Гидрокран. В принципе, все как обычно. Включаемый полный привод видим. По наработке на табло у нас 543 моточаса. Должно быть видно. В принципе, трактор по состоянию как раз соответствует этой наработке, потому что, ну, все целенькое. На удивление. Пошли тракторы сейчас из Японии в хорошем состоянии, в очень хорошем состоянии, прям приходят действительно сразу же уже чистенькие, целенькие, то есть никаких вообще, даже моек, можно сказать, не требуют. То есть можно действительно найти такой трактор, который прямо из коробочки будет прекрасно работать долгие годы. Ну, естественно, потребует замена тех жидкостей и фильтров, но это расходники. Поэтому один из образцов того, каким должен трактор приходить с Японии, это является данный трактор. Поэтому приезжайте, смотрите, и я думаю, что всем он придется по душе, кому нужен трактор в районе 20 сил, полноприводный, с фрезой. Всего доброго. Компания Прогресс Авто. До свидания.